В Омске с поличным задержали наркодилеров 6 килограммами соли. Ими оказались двое молодых людей, 19-летняя девушка и 28-летний парень. Их захватили в автомобиле. Там оперативники нашли сверток с килограммом наркотиков. Позже в тайниках наркополицейские обнаружили еще 5 таких же пакетов. Установлено, что задержанные в автомобиле женщина и мужчина являлись оптовыми наркозакладчиками. Их пособник через интернет сообщал адреса тайников клиентам. В настоящее время продолжается работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе каналов поставки наркотических средств и иных причастных лиц. За покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.